Мы находимся в деревне Наволок Новгородского района. Сегодня здесь фестиваль международный народного творчества. Деревня находится рядом с озером Ильмень. Сегодня прекрасная погода, светит солнце. Хотя еще вчера был дождь, и было довольно-таки прохладно. Вот мы с Еленой Михайловной в составе ансамбля «Садко» будем выступать. Спасибо. Яковлев Иван, под небом Парижа, любовная лирика. Да? Поехали, давай. Международный фестиваль народного творчества в Новгородской области, деревня Наволок. Здравствуйте, гости дорогие! Вас приветствует образцовый коллектив ансамбль русских народных инструментов городского центра культуры и досуга имени Васильева. Дирижер Елена Михайловна Анфалова. Здесь небольшой состав сегодня. Пора огородная, знаете, да? Вот, поэтому сегодня небольшой состав участников. Мы вам желаем здоровья, добра, денег поболее, настроения хорошего, чтоб разгуляй получился. Великий кондиционер. Шубы, да, с кондиционером, нам совершенно не жарко. А сегодня мы представляем на стенде великого гонзейского Новгорода главные сувениры, гонзейские сувениры гастрономические. Сувенир этого года, гонзейский сувенир из Великого Новгорода. Это как раз наш, наверное, ответ туристам, тем, кто приезжает в наш город, они спрашивают, что же можно везти от вас вкусного. И вот такие замечательные конфеты в натуре. Это попробуйте. Это наш совместный проект с Новгородской кондитерской фабрикой. И ревень, это мы с псковской компанией сделали, вот серебряное ожерелье, как бы делаем такие вот серии гастрономические. Здравствуйте. Мама, подождите.
От имени губернатора Новгородской области и правительства Новгородской области разрешите поприветствовать и поздравить с этим праздником всех жителей Наволока, жителей Новгородского района, жителей Новгородской области. Всех тех гостей, которые к нам приехали, мы всегда вам рады. Хочется пожелать всем нам вот такого светлого, чистого неба весь день, чтобы нам праздник не испортил никакой дождь, чтобы щуки в Чудово росли побольше, чтобы пироги и пчелы в Ботецке не кусали приезжих гостей, чтобы шимские мастера радовали своими поделками. Хочется пожелать развития этой земле. Для приветственного слова на сцену приглашается председатель Новгородской областной думы Елена Владимировна Писарева. Новгородцы, дорогие друзья, искренне от всей Новгородской областной думы поздравляю вас с этим замечательным, очень веселым и очень творческим праздником. Вы знаете, мой большой друг Анатолий Александрович Бойцев настолько всегда сердечно говорит здесь, об этих местах, о Новгородском районе, о Наволоке, о том празднике, который зарождался еще тогда, когда все были молодые. Дорогие друзья, это его слова, потому что он всегда так говорит. Дорогие друзья, счастья вам, радости, каждый день солнечного света, радости от ваших детей, от всех людей, которые вас окружают. Любви вам большой, огромной и, конечно же, всего самого-самого доброго. Друзья дорогие, всегда с вами Новгородская областная дума. С праздником! Муниципального района Олег Игоревич Шахов и наши соседи. Мэр Великого Новгорода Сергей Владимирович Бусурин. Глава Ботецкого муниципального района Владимир Николаевич Иванов. Глава Чудовского муниципального района Николай Васильевич Катунцев. Глава Шимского муниципального района Алексей Юрьевич Шишкин. Дорогие друзья, сегодня тот праздник, на котором, наверное, не принято особо говорить, а принято петь и гулять сразу. Тем не менее, хочу вас всех поприветствовать, поблагодарить, что вы сегодня приехали. Хочу поприветствовать моих коллег, которые откликнулись на наше приглашение, привезли сегодня сюда свои коллективы и принимают участие в нашем сегодняшнем празднике. Это наши дорогие соседи, наши муниципальные районы, главы, мэр Новгорода. Спасибо вам за это. Дорогие друзья, всех с праздником, хорошего настроения, веселья, всего самого наилучшего. Новгородский край, как рассказать о красоте твоей, его лесах, полях и перелесках, о людях, что живут на той земле, воспеть тебя, чтоб стал ты всем известным. Где взять слова, чтоб красоту твою поведать всем, от мала до велика. Хотим восславить родину свою, наш край цветущий, многоликий. Каждый район приготовил к сегодняшнему празднику свой творческий подарок и открывает парад знакомств Новгородский муниципальный район. Встречайте! Живу земной поклон.
своих южных соседей, творческих людей Шимского муниципального района. Аплодисменты! Района. Встречайте, друзья! Заезжие. Вас приветствует образцовый коллектив, участники ансамбля русских народных инструментов городского центра культуры и досуга имени Васильева, дирижер Елена Михайловна Анфалова. Сегодня участники коллектива подарят вам несколько произведений. И первое, самое веселое, энергичное, русское. Кто желает, пляшите. Сейчас будут выступать гости из Болгарии.
после выступления кушаем уху. Ой, как вкусно! Ой, на свежем воздухе такое все вкусное. Подошел к концу фестиваль народного творчества. Вот уже все разъезжаются. Настроение у всех замечательное. Получили море удовольствий и позитива. Оказывается, это был 31-й фестиваль. Мы вот первый раз только участвовали в нем. Нам очень понравилось. Надеемся и в следующем году сюда приехать. Спасибо организаторам. Все было очень здорово и на высшем уровне. Всем пока!